Всем привет, с вами Ниль в Горн, это игра Stoneheart. Почему-то хотел сказать Castle Story. Но нет, это Stoneheart. Великолепнейшая игра, которая мне очень нравится. Вот из всех вот такого жанра игр, она, можно даже сказать, на первом месте у меня. Но если бы не все ошибки, то она бы была точно на первом месте. Что я сделал за кадром? Выкопал себе такой небольшой туннельчик, чтобы здесь хранить камень и руду, потому что не хотелось бы, чтобы она здесь была. И здесь вот еще вот тут буквально я вырою такую вот нишу. Там у меня будет каменщик и кузнец находиться. Ну, сейчас они у меня все поспят сначала. Как видите, они у меня тут, кстати, не хватает одного для одного жителя, похоже, одного места. Это намек на то, что нужно увеличивать дома. И вот, знаете, думаю, я вот здесь заборчиком обносить, не обносить наверху. Стоит ли, нужно ли это делать? Ну, как-то странный, в общем, момент. Кстати, то, что я говорил про предыдущий... Господи, что же я тянул окончание-то? То, что я говорил в предыдущей серии о том, что с мобов теперь падает лут, это да, именно так. И его можно подобрать вот в режиме боя. Вот здесь вот есть такая лут как раз таки команда, то есть вот этой командой можно подбирать всяческие предметы, которые у вас падают. Это на самом деле очень круто, и давайте сделаем себе каменщика, потому что пора делать каменщика. Так вот, вот так вот, сделаем каменщика. Все, в принципе, хватает, единственное, что у меня не хватает богатства или удобства, или как это вот назвать, потому что сейчас вот был недавно человечек приходил, хотел ко мне прийти, но... Вот именно на богатстве или удобстве, как-то это правильно нужно сказать, меня выкинуло. И вот я сейчас думаю, как бы здесь здание-то воткнуть. Поля, что ли, убирать? Потому что хотелось бы, чтобы оно такое было... Вот такое, буквы Г, грубо говоря. Давайте вот это поле уберем. Вот это поле уберем. Его перенесем вот сюда вот. Так. С брюкой. Пускай как раз нашему фермеру нечем заняться. И здесь мы поставим плотника. Ой, не плотника, а каменщика. Buildwork. Вот здесь вот прям. Так. И закажем ему сейчас рабочие моменты, потому что довольно-таки много от него мне нужно. Во-первых, мне нужно от него... Ну, пускай он тогда сделает 5 стульев и столов, да? Чтобы прокачаться до вот этого прожектора. Фонарного столба. Потому что вообще мне нужен фонарный столб. Так, вот давайте, главное не ошибиться. Так, и все, отлично. Так, мне пришли кровати. Давайте закажем. Ух ты, как дорого они стоят, так, кровати по 80. Ну, ладно, 10 это неплохо. 10 кровати купим вот таких. Вот таких вот. Ну и крутецких. В принципе, конечно, нужно уже и пора. Пора уже делать. Как же он называется-то, господи, швею, в общем, портного. Да, чтобы мне начать делать как раз таки вот такие кроватки. Можно. В принципе, как вариант. Потому что цены, я смотрю, они стали... То, что продается, они стали дороже на самом деле. Поэтому здесь в этом может быть проблема. Так, а чтобы мои рабочие не стояли просто так, мы начнем еще одну застроечку. Так, вот как раз приход. Да, вот New World Network. По крайней мере, переводчик перевел как чистая стоимость. Вот, вот этого. То есть это стоимость моего поселения, так что ли? Ладно, отлично, мне пришел один человечек. Да что ж такое-то, смотрите-ка, сколько сообщений. Стулья мне пригнали, отлично. И давайте, наверное, спланируем одно здание. Вот где-нибудь здесь вот, потому что пора, наверное, уже расширяться. Нужны и столовые, нужны и спальни, ну и все вот в таком роде. Так, давайте сделаем так, так. Деревянный пол. Вот, блин, цветастый делать, не делать. Так страшно, честно говоря, что он у нас заглючит. Поэтому, наверное, я не буду рисковать. И не буду ничего такого делать. Так, вот здесь у нас будет вот прям вот так вот.
Вот так вот. Сейчас вот давайте перенесем флаг вот сюда вот. Костер мы перенесем тоже вот сюда вот. Так. Сейчас они это все сделают. Так, все, отлично. Кстати, в обновлении было написано, что количество населения теперь выросло до 40. Теперь 40 максимум, может быть. Это довольно-таки сурово. Так, давайте продолжим, в принципе. Здесь где-нибудь что-нибудь типа такого вот 16, 14 и 16 длиной. Так вот. Очень большое здание получается, конечно, но ничего страшного в этом нету. Будет оно у нас... Вот. Сейчас мы стены. Так, вот деревянные стены будут, каменные балки будут. Так. Так. И вот теперь вопрос: делать ли второй этаж? И либо делать второй этаж, либо сделать вот здесь вот здание, еще наверху одно здание со вторым этажом. Вот так вот. И тогда я, наверное, сделаю здесь крышу. Крышу, только мы ее жестоко опустим. Она будет у нас вот. Ну, вот такая вот пускай будет. Хотя, наверное, сделать надо вот так вот. Или все-таки вот так вот, черт возьми. Нет, вот так вот пускай будет. Вот так вот. Желтого цвета, лучше пускай коричневого цвета. Прям такая серая, такая серая постройка будет. И здесь вот уже, наверное, надо подумать, как двери располагать. Будет дверей довольно-таки много, потому что здание такое, как бы это сказать... Оно общественное будет, то есть мы здесь, наверное, сделаем столовую или что-то в этом роде. Так, теперь окна нам нужно поставить. Окон тоже, я думаю, должно быть много. И можно их, кстати, делать на верхотуре. Кстати, это было бы получше смотрелось, по крайней мере, мне кажется. Такое именно общественное такое здание. Так. Так, ну а вот здесь не нужно даже окна. Так, и... И думаю, наверное, все. Давайте начнем строительство. Стулья, столы и тому подобное я выставлю сам уже вручную. Погнали. Они этим очень долго будут заниматься. Здание такое, знаете ли, не маленькое, запланировано. Пускай им занимается, потому что я хочу сделать здание на здание со вторым этажом, с переходами, с лестницами, что-то такое навороченное. Поэтому будет сложно это все делать. И, ну... Как бы надо быть осторожными и не торопиться, в общем. То есть не заказывать сразу очень многое. То есть постепенно мы будем развиваться. Так, надо, давайте делаем 10 прожекторов вот таких вот. Почему именно их? Потому что они, ну, они классные, они симпатичные. Мне нравится, как они выглядят. Так, здесь у нас кузнеца молоток один пускай будет. И давайте 4 молотка боевых, молота сделаем. Смотрите, они какие сразу тут же молодцы. Вот, вот это вот грамотное построение. В предыдущих летсплеях по этой игре, когда старые патчи были, я говорил, что они там вообще очень ерундовско работали. А сейчас смотрите, как грамотно работает. То есть у них одни раскапывают, другие тут же заделывают. То есть новый пол кладут. То есть отлично. Вот это вот подход. Это грамотно. Так. И знаете что, наверное, я бы еще бы плотником что-нибудь заказал. Типа, к примеру, еще бы штук, блин, 40 щитов. Потому что как-то печально, в общем, все обстоят дела с деньгами. Я говорил, что они, ну как сказать, сделают сложнее продажу денег. По поводу гоблинов, кстати, то, что их нету до сих пор... Это только из-за того, что теперь гоблины не появляются сразу. Ну, здесь вот один всего лишь был, похоже, зомби. И то наверху, так что его быстренько так покрошили в капусту. Вот, поэтому, ну, ожидать близко или быстро гоблинов не стоит. Это вот сначала будут зомби нападать, потом появятся гоблины. И потом еще может быть появится поселение с волками. Так что торопиться не стоит. Притом, изначально деревня гоблинов, она будет нейтральной, как бы, пока вы будете ей там
не перейдете дорожку, грубо говоря. Посмотрим, как это реализовано. Я, честно говоря, не знаю. Еще до этого не доходил, но мы обязательно дойдем и посмотрим. Главное, чтобы ничего не заключило и все работало. Это самое главное. Дуб. Вот этот дуб я оставлю здесь по-любому. Потому что вот такие вот деревья, как я говорил уже и в предыдущих летсплеях, там и в предыдущих альфах, которые я играл в эту игру, что здесь не хватает именно деревьев, которые для декора бы подходили. И вот такой дуб просто вообще великолепный, конечно. Дубина. Так. В идеале, конечно, мне бы и вот сюда вот складывать бы и каменные вещи. Но так как декор здесь не подразделяется на каменные вещи, деревянные или что-то в этом роде, так что не получится. Поэтому пускай они сюда именно все складывают. Пока что. Пока что. Потому что потом я могу это все перенести, переделать, переставить. Посмотрим, как это все будет. Здесь же я хочу сделать подвальную часть с едой. То есть я хочу сделать дырку в полу, сделать лестники туда, прокопать, сделать там нишу и там сделать именно погреб с едой. То есть там будет храниться еда. Но посмотрим, как это реализуется, как это получится ли это все. То есть я не спорю, что я сам создаю часто этой игре глюки, потому что, ну вот здесь вот смотрите, уже хороший приход есть. Можно, к примеру, продать. Давайте 10 щитов. То есть я сам создаю, но раз это возможно, как сказать, ну это возможно сделать игрой, почему бы это не делать? Да, то, что оно глючит, это уже не мои проблемы. Ну так скажем. Это всего лишь недоделки игры самой. Ладно. Так, я что-то хотел здесь сделать и отвлекся мысли. Так, что-то я хотел такое сделать. Да, что-то я хотел такое сделать-то. А, да-да-да, я хотел поставить два вот здесь вот. Вот прям вот идеально они входят вот здесь вот. Два таких вот осветительных столба. Ну, на мой взгляд, они прям вот здесь вот будут смотреться очень классно. И самое главное, они будут так выделять вход в пещеру. Потому что на серой массе блоков, ну, вот так вот, если посмотреть, кроме вот этой линии, никак не выделяется вход. Что довольно-таки сурово. Как видите, очень много выходит материалов на эту постройку. То есть не зря я запланировал ее так и одну ее только и больше ничего. Потому что даже вот этого всего дерева, возможно, и не хватит. Наверху я здесь деревья не буду вырубать, потому что пускай они будут хотя бы, чтобы не голые скалы были. Вырубать буду здесь, здесь, здесь. Я даже, скорее всего, наверное, начну вырубать где-нибудь вот тут вот. То есть чтобы... О, хватит, отлично. Еды не хватило, офигеть. Ну вот этого я не ожидал, честно говоря, что у меня не хватит еды. И вот здесь вот... Блин, надо убрать. Уберу, потому что я боюсь, что сейчас заглючит. Так, хорошо. Раз такое дело, то мы сейчас увеличим количество полей прям в срочном порядке. Так, у нас здесь, значит, будет морковка расти. Так... Здесь у нас будет, значит, у нас будет пупкин. Здесь еще раз брюква. Брюква. А здесь еще раз, к примеру, ну, пускай еще раз кукуруза. Так. И у меня 5 рабочих, 4 останутся. То есть еще делаем одного фермера. Пускай их будет 2. Полей стало больше. Так что, в общем, пускай они... наваливаются на эту работу фермерскую. Как раз девочка и мальчик, по-моему, получились. Отлично. Классно сделана игра, конечно. Классная графика. Воксельная это. И вот мне часто говорят, попробуй поиграть в Cube World или что-то в этом роде. Ребят, как только вышла альфа, еще давным-давно, когда я даже не снимал еще вообще летсплей, у меня не было канала на ютубе, я поиграл в Castles, в Cube World. Я поиграл, мне понравилось, но смысла сейчас играть я не вижу, потому что игра не развивается, и играть в нее, ну, не стоит. На нее надо забить и ждать какого-то такого проекта, потому что даже я уже нашел, в принципе, похожий проект. Он только-только-только начинает, там даже скринов как-то таковых нету, чтобы как-то скинуть. Поэтому ожидаем, ожидаем, это...
так, игры в таком стиле, с такой вот воксельной графикой, они востребованы, в них люди хотят играть, в них интересно играть, и не нужно говорить, что они детские или что-то в этом роде. Нет, они вообще ни разу не детские, я вот могу голову на отсечение дать, что здесь даже и дети-то не каждый разберется, как играть. Такой вопрос, который часто еще задают, как поворачивать блоки, стулья, столы, дома и тому подобное. BU кнопка на русской раскладке, BU. Смотрите, то есть это запятая, точка, либо две стрелки, то есть это одни и те же кнопки. Так что не путайте, пожалуйста. Так, давайте, ну, загорайте. Прям такой вход. Все, симпатично. Симпатично, мне нравится. Здесь уголок мы тоже обустроим обязательно. То есть поставим стулья, комоды там. Может быть, ну нет, кровать не будем уж ставить. То есть так обустроим, чтобы это как бы такое именно рабочее место было. Просто сейчас временно я сразу как бы наметил, чтобы не сбиваться. Так, что может быть еще что-нибудь построить каменщиком? Потому что ему прокачиваться нужно. Можно вот такие вот осветительные приборы сделать. Они очень симпатично смотрятся. А это вот, вот они как раз-таки вроде на пол ставятся, а это вот как раз-таки вроде подвешивается. Да, можно. Вполне, кстати. И можно еще каменные, допустим, заграждения делать. Давайте сделаем 10 штук. Камень у нас есть, вроде бы, ну, должен, по крайней мере, быть. Ну, если вот не будет хватать, тогда мы и подумаем, что делать. Деревьев хватает? Хватает. Ну, все в порядке, просто остается ожидать, как бы, когда нам достроят. Ой, смотрите, заглючила дверь. Ну, явно же ее не разобрали. Хотя вдруг ее разобрали. Нет, у меня двери есть, такие есть. Окон нету. Угу. Окон нету. Это печально, это вот печально. Давайте 10 окон сделаем таких, 10 окон сделаем таких. Да, пускай делает. Плотник у нас всегда будет востребован. Дверь заглючила, ну, явно заглючила. Потому что, ну, ха, вдруг ее сломали все-таки, ха. Черт. Так, пришел нам опять торговец с деревом. Ух ты, слиток, золотой слиток 60 голды стоит, поэтому, ну, знаете, прям стремление есть у меня такое сделать именно кузнеца, чтобы он начал делать, перерабатывать все в слитки, понимаете, чтобы я мог, допустим, некоторые слитки хотя бы продать. Вполне вероятно, такой тоже результат, вполне можно их продавать. Допустим, если даже посмотреть, есть ли у меня здесь золото. Ну вот, есть уже три слитка золота есть. Ну, не слитка, а, ну, какого, руды. Ладно, давайте вот... Вот, гоблины у нас появились где-то, притом вот как-то тут недалеко. Ну и давайте я им отдам, как бы, то, что они просят, чтобы они от меня отстали. Так, это вот я, значит, передумал слово. Я теперь стараюсь сжать паузу и переводчикам переводить, чтобы хотя бы примерно представлять, о чем идет речь. То есть, а здесь я поддерживаю как бы их начинание. Я вам принесу какие-то там чего-то. Вот что принесу, я точно не буду переводить, пускай оно есть. Отдадим, нет, будем воевать. Вот так вот. Так что люди у меня есть, чтобы сделать из них воинов. Оружие тоже есть, так что мечи есть, броня есть. То есть я троих воинов могу сделать с броней вполне спокойно. Так что не будем паниковать. Так, есть, еда стала больше. Все, отлично. Вот 10-й человечек пришел к нам. Отлично, молодец. Поздравляю тебя. И у нас опять 5 рабочих. Так что можно сделать еще одного, одну профессию. А сделаем мы ее, значит, кузнеца. Вау, кузнец такой. Редкая такая профессия, которая у меня ставилась очень редко. Но вот сегодня, как бы в этом летсплее, я решил сделать...
во что бы ни стало, так сказать, в первую очередь ее запилить, эту профессию. Это несложно сделать. Вот сейчас они меня пожрут, конечно, очень много. Сделаем обязательно. И уже там посмотрим, будем переплавлять. Потому что он очень долго будет этим заниматься. Вот переплавкой материалов он очень долго будет заниматься. Вот даже вот если давайте посмотрим. То, что он крафтит, это уж совсем не будем об этом думать. То есть здесь вот, к примеру, из Ирона и дерева он уже может сделать нам копье такое. Ирон Пайк. И давайте, смотрите, из бронзы... Бронзу он может делать. Из копера, скорее всего, да, и... И тина. Ну, в принципе, по теории это должно быть так. И, ну, лично я, как сказать, не нашел другого способа, чтобы посмотреть, как у вас вот сколько чего есть, только вот через инвентарь. Вот, допустим, у нас есть серебро. Серебро. 14 штук. Мы, допустим, берем... Окошки нельзя двигать, к сожалению. Мы, допустим, берем серебро. 14 штук. Это у нас, значит... 3, 5, 6, 7. 7 слитков получится, да? Давайте серебро. 7 слитков заказываем. Оп! Вот! Черт возьми! Черт возьми! Ну нет! Так все классно было! Так не хочется, чтобы ошибки вылезали. Блин, а! Вот ошибка какая-то вылезла, ребятки. Я, конечно, записался, даже... Я даже не могу представить, почему ошибка вылезла. Из-за чего? Черт возьми, они закончили практически домик. Ну ладно, будем надеяться, что это такая ошибка какая-нибудь там, ну не знаю, чего-нибудь совсем какой-нибудь ерунды заглючило, и все. Ну вот так вот, в принципе, я буду назначать руды, ему переплавлять, то есть смотреть, что у меня есть, ну и из этого количества исходить. Потому что иначе тут можно загубить все. Подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои видео. Ставьте лайки этому видео, чтобы быстрее вышла новая серия. Присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте, в которой вы сможете найти переводы к различным играм. Переводы обновлений к различным играм, в которые я играю. Также множество интересной информации. С вами был Нильфгорд. Всем всего хорошего. Пока.